Приветики, всем, меня зовут Яна, и добро пожаловать в First Reading Tales. Итак, сегодня понедельник, а это значит открытие сундуков, традиционное открытие сундуков по этой игре и по игре Старый Эквестриан. Ну что ж, давайте-ка сразу перейдем в конные клубы. На этой неделе у нас очень красивый весенний фриз бабочка, ничего себе. Ай, какая красота. Так, ну мы сейчас боремся за топ-50 обычно. Поэтому процент вероятности 8,8 у меня будет. Прическа, ну и в принципе все, да? Угу. Вот такого пэта поняшего у меня, по-моему, нет. Насколько мне известно. Хотя я могу и ошибаться. На прошлой неделе мы боролись вот за такого Клайда. У меня есть этот Клайд. Кстати, почему я сейчас не на нем? Давайте-ка сядем на него. Я его называю рождественским Клайдом. Как-то странно у нас. До этого был Клайд хэллоуинский, потом рождественский. Где он у меня? А я его здесь найти не могу. Он где-то спрятался. А, он может быть у меня в обычной конюшне? Да, Геракл. Вот такой Клайд у нас выпадает на прошлой неделе. Мы боролись за него на прошлой неделе. Он очень красивый. Так, здесь у меня столько лошадей уже скопилось, нужно их всех продать. Давайте продадим. Так, этого тоже продаем. Очень красивый Клайд, и я буду очень рада, если кому-нибудь он выпадет. Ага. Так, еще одна лошадка, извиняюсь. Так, ну что ж, не буду вас задерживать, поехали открывать сундуки. На этой неделе мы не заработали ни одного бонусного. Девчонки продолжают отдыхать. Ну, скоро уже 1 сентября, так что давайте хотя бы за бонусные сундуки бороться будем. А, мне снова выпадает этот Клайд дубликат. Да что ж ты будешь делать? Ну почему? Я бы не хотела, чтобы он у меня выпадал дубликатом. Мне так не хочется его продавать. Я, наверное, его отправлю в стойло, потому что у меня там есть достаточно мест. А если вдруг в игре появится такая функция, что можно будет дубликаты подарить друзьям, это было бы очень здорово, разработчики, пожалуйста, сделайте такую функцию, прислушайтесь. Это было бы прекрасно, делать такие подарки друзьям. Так, это еще не все, у нас в мультиплеере на этой неделе тоже прекрасный фриз. И на прошлой неделе мы боролись за Клайда. О, ничего себе, мне дали 60 билетов, вот это подарочек. Ну, давайте посмотрим награды. Так, у меня нет араба, кстати, вот этого, по-моему. Так, фриз, араб. Такой костюмчик красивый, я бы костюм хотела. Да, буду бороться, конечно же, посмотрим сейчас по совпадениям. По совпадениям все окей, все отлично. Так, в синглплеере. Посмотрим по совпадениям. Здесь все плохо. Снова я пролетаю мимо этой гонки. Никак мне не выпадает три совпадения. Так, что ж, давайте, наверное, сходим на гоночку. Посмотрим, что у нас там. Как у нас там расставили звезды, удобно, неудобно. Так, отлично. Теперь нужно держать кулачки, чтобы собрался народ. Так, три человека есть, еще одного нужно. Ура, у нас получилось зайти на гоночку. Четыре человека. Я, наверное, буду лететь влево. Или посередине. А, посередине здесь надо. Посередине и влево я полетела. Ну, смотрим. Главное, чтобы не было подставы. А, есть, я вижу уже. Там в пещерку нужно залетать. Очень похоже на предыдущую гонку. Я где-то пропустила? А, я пропустила. Нет, я не пропустила. Я же отсюда начинала, да? Так, я пришла вторая, но гонка очень легкая. Можно будет попробовать с другой стороны лететь. Класс. Ну что ж, наверное, пора заканчивать видео по First Riding Tales. Переходим в Старый Эквестриан, посмотрим, что мне выпадет там.
Итак, я на месте, поехали открывать сундуки. У нас три сундука на этой неделе. Очень-очень здорово. А так как мы заняли первое место. Первое место на прошлой неделе. Я очень надеюсь, что мне выпадут гемы. Итак, открываем обычный сундук. Посмотрим, дадут ли мне ключики. Я скипать не буду, хочу посмотреть. А, нет, к сожалению, у меня здесь только эпик. Так, эпическая подкова, подкова. О, 10 ключиков дали, отлично. Так, ну что ж, держим кулачки. Главное, чтобы не вулкан. Я не хочу вулкана, я хочу гемы. Очень надеюсь, что мне дадут гемы. Так, кажется, это лошадка. Это лошадка. Ух ты! Приз спортивный в гречку, серый в гречку, да, это же гречка или это яблоки. Так, у меня, по-моему, есть уже такой же фриз. Так, спарк, окей. Пятый спортивный фриз, копим на прическу спортивных фризов. Мне нужно восьмое мастерство, чтобы можно было менять гривы на разные цвета красивые. Так, это снова лошадь, что ли? И снова вулкан. Вулкан, к сожалению, у меня максимальное мастерство на вулкане. Это уже лишние лошадки, которых не продать. А, седьмое мастерство на вулкане. А у него максимальное пятое мастерство. А на фризах десятое. Так, ну что ж, давайте-ка посмотрим. Да, у меня есть точно такой же фриз. То есть это у меня дубликат на дубликате. Сегодня выпал. Очень жаль. У меня два одинаковых фриза. Вот. Этот новенький, но он точно такой же. Я просто там цвет гривы меняла ему. Печально. Печально, но он спортивный. То есть есть смысл его прокачивать. И также у него, конечно же, другие смайлики. Ой, черты. Вот. Поэтому как-то так. Будем с оптимизмом на все смотреть. Что ж, у нас здесь по заданиям, давайте посмотрим тоже. А, кстати, я не посмотрела, кто у нас на этой неделе в клубе будет, за кого мы будем бороться. Так, это не здесь. А, снова будет фриз? Снова вулкан? Почему? За что? Так, откроем сейчас сундучки, то есть не сундучки, а конюшни. Так, конюшни, конюшни, конюшни у нас здесь. 15 ключиков у нас есть, сейчас все вместе с вами потратим. Так, открываем 10 конюшен за 9 ключей со скидочкой. Так, смотрим, что у нас. Ну, здесь у нас эпик, поэтому скипаем. Все, скипаем. Так, эпическая уздечка только у нас, да? Угу. И по одному открываем, возможно, выпадет нам легендарка. Так. Пока что не выпадает. Нет. Нужно вообще как-то сделать грандиозное открытие конюшен, накопить ключиков штук 100, да? И отдельное видео про это снять. Но у меня терпения не хватает, столько ключиков накопить, я их каждую неделю трачу. Так. Что-то у меня сегодня день подков. И день фризов. Так, все? Да, все. Ну, не очень удачное открытие сундуков, но все же очень-очень приятно. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по Hearts Riding Tales и по Star Equestrian. Я сейчас пойду выполнять делики. С вами была Яна, и увидимся в новых роликах.